Витебский областной союз нанимателей, открытое акционерное общество «Эвенлайн» и ЗВЛ «Словакия» пригласили работников служб главного механика, энергетика, руководителей отделов маркетинга и снабжения промышленных предприятий города и области на технический семинар «Подшипники ЗВЛ. Особенности применения, опыт использования, технические характеристики». Стремительно развиваясь, с 2010 года компания «Эвенлайн» сегодня занимает лидирующие позиции по поставке подшипников, сальников, ремней, став официальным представителем, дистрибьютором и первым поставщиком в Республике Беларусь мировых брендов «Койо» – Япония, «Ферса» – Испания, 10-й ГПЗ – Россия, Ростов-на-Дону, «Рубена» – Чехия, ЗВЛ – Словакия. И благодаря плодотворному сотрудничеству компании «Эвенлайн» и ЗВЛ – Словакия, с 2014 года подшипники марки ЗВЛ приобрели известность на рынке Республики Беларусь. И целью данного семинара стало содействие предприятиям и организациям Витебска и области в решении задач по ознакомлению и приобретению высокотехнологичных и качественных подшипников марки ЗВЛ. ЗВЛ «Словакия» – производитель широкого ассортимента подшипников для тяжелого машиностроения, энергетики, химической, цементной, сталелитейной промышленности, целлюлозно-бумажной и других отраслей, осуществляет поставки более чем в 90 стран мира. Представители компании ЗВЛ «Словакия» выступили с презентацией подшипников марки ЗВЛ, рассказали об особенностях их применения, опыте использования, дали технические характеристики подшипникам, ответили на вопросы. ЗВЛ «Словакия» – сполочность с богатой историей в области выработки и продажи ложисток. ЗВЛ «Словакия» – это компания с большой историей по продаже подшипников. Len pre informáciu, budúci rok oslavíme 50. výročie od nášho založenia spoločnosti. V sledujúcom roku u nás bude jubilej 50 let isplnenia kampanii. Predaj našich výrobkov realizujeme tak na Slovensku ako vo veľa medzinárodných trhoch. Продажей подшипников занимаются не только на территории Словакии, но и на международных рынках. До Белорусской Республики мы пришли поддержать нашего дистрибьютора, сполочность «Эвенлайн». В Беларуси мы приехали поддержать нашего партнера, компанию ЗВЛ, компания «Эвенлайн». Сполочность «Эвенлайн» является нашим долгоročным партнером и заступает нас на Белоруску с значком ZVL. «Эвенлайн» является нашим компаньоном уже долгие годы и является официальным представителем на территории Беларуси. Мы очень рады, что мы имели возможность принять позвание на встретнутие ассоциации в Витебске. Мы очень рады, что могли принять приглашение и приехать сюда, в Витебск. Мы можемо представить нашу сполочность и выработки, которые предлагаем. У нас есть возможность представить свою компанию и продукцию, которую производим. А зазнамиться с вела новыми людьми, с которыми можем перспективно развинуть сотрудничество до будущности. А также познакомиться с людьми, в которые в перспективе могли бы сотрудничать. Данное мероприятие – яркий пример выполнения программ социально-экономического развития Витебской области на основе разработки и реализации научно-технических и маркетинговых мероприятий, повышения конкурентоспособности предприятий, обновления ассортимента, повышения качества продукции, достижения высокой степени удовлетворенности потребителей. Целью данного семинара являлось ознакомление представителей предприятий города Витебска и области с подшипниковой продукцией, выпускаемой ЗВЛ «Словакия». Надеемся, что полученная информация на данном семинаре будет полезна для представителей промышленных предприятий города Витебска и области, а также частного бизнеса, которые посетили сегодня наш семинар.